Вот это я понимаю, крутые симуляторы. Вот ради этого я на YouTube приходил. Чтоб, блин, копать что-то. Эх, сейчас бы мусор поубирать. Или еще лучше, дом целый построить. И да, халла всем, с вами Fox Neo, и сегодня мы будем играть в игру под названием House Flipper. В нее поиграли уже все, кому не лень, и я как истинный слоупок буду играть в нее только сейчас. Тем более, что недавно в ней вышло дополнение под названием что-то там Garden Flipper, и там теперь можно что-то делать с садом. Короче, по ходу дела разберемся. Ну а сейчас начнем. Приветствуем тебя в House Flipper. Эта игра позволит тебе покупать, ремонтировать, устраивать и продавать обновленные дома. Но пока тебе придется довольствоваться этим сараем, который по сути является твоим офисом, и ноутбуком, твоим центром управления. Если вот эта картинка справа мой офис, то я желаю его продать, а еще лучше снести и никогда там не появляться, пожалуйста. И да, если что, я буду играть первый раз в эту игрушку, так что свои советы можете писать в комментарии, а я буду нубить, как всегда. Я совсем забыл, куда подевал ключ от этих дверей, может быть он в спальне? Так, тут у нас мусор, много мусора. Давайте разберем везде мусор. Нам не нужен мусор. Пора открыть ноутбук и проверить почтовый ящик. Окей. Какой ужас! Фу, господи, какой мрак! Как тут все отвратительно! Что это? Давайте поднимем это. А, это можно перевесить. Давай, по-нормальней повесь, а то криво все как-то. Это что такое? Магазин пока недоступен. Это что такое? Кровать могу поднять. Коробки какие-то. Давайте все это выбросим. Это поднимем. Это здесь не должно лежать. Давай хотя бы вот сюда поставим. Я что, маньяк какой-то? Что у меня дома делает? Огромная бензопила. Что за страх? Мне страшно. Это что такое? Это мусор. Опять выбрасываем это все. Так, молоточки. Что за хлам? У тебя везде хлам, братан. Вот мой ноутбук. Он позволяет мне принимать заказы, покупать дома и перемещаться между ними. Ты пока не можешь позволить себе покупку целого дома, но похоже, что в электронном ящике у тебя есть первый заказ. Вау, у меня есть первый заказ, а тут-то что такое? Фу! Какой ужас! Ладно, давайте хоть это нормально повесим. Я бы новое купил. А почему я не отражаюсь? Я маньяк-вампир? Что происходит, ребята? Что происходит? Непонятно ничего. Ладно, давайте ноут откроем. Сначала я еще вот это поадекватнее поставлю. А что оно не ставится нормально? Что выбросить? Это все выбрасывать надо? Эй, хорош, хорош. Подними, поставь обратно. Как наверх ставить? О, вот, сюда хотя бы поставим, а то что у тебя все на полу валяется, ты свинья. О, господи, ладно, давайте все почистим тут, чтобы у меня красиво было. Так, куда место закончилось? Вот сюда поставь. Давайте ноутбук используем, что за заказы у меня тут? Александра Кваша, вот это, конечно, у нее фамилица. Здравствуйте, я бы хотела поручить вашей фирме работу по наведению порядка в моем доме. Судя по фотографиям на фейс с ПАМ, мой бывший из мести вломился в мою квартиру, устроил бардак и вынес батарею. Возможно, пропало что-то еще. Пожалуйста, наведите порядок в доме и установите недостающее оборудование. И еще, хотела бы попросить вас не сообщать обо всей этой ситуации в полицию. Я сама разберусь с моим бывшим парнем после возвращения с командировки. Ладно, принять. О! Две ванных комнаты, это минимум. Где мы? Что мы? У меня появилась швабра. Я разблокировал новый инструмент. Я могу убирать грязь, используя швабру. Вот это супер. Так, я могу тут открывать. Куда? А, нет. Я остаюсь. Нет, я не хочу возвращаться в офис. Так, что тут так? О, господи, что за маньяк? Это он маньяк? Что он тут устроил? Псих какой-то. Давайте все это выкидывать сразу. Ой-ой-ой. Куропатка, ты бешеная. Ты что тут натворила? Давайте все чистить. Так, чистим. Это что, симулятор уборщика? Мне обещали, что я буду строить дом моей мечты или в худшем случае сад моей мечты, но никак не убирать чужие полы. Окей, у меня есть планшет. Я могу покупать нужные для работы вещи. Так, что тут есть? О, тут есть сад. Окей. Дом. Что тут такое? Выживание. Галоши. Бункерная лампа. Контейнер для воды. Мы что, будем какие-то бункеры переделывать? Ладно. Тут запасы, оружие. О, господи, что за дичь. Установки. Как тут много всего. Нет, меня все это не интересует, простите. Мне вот тут грязь надо убирать. Я, собственно, за этим сюда и пришел. Так, давай. Мне аллергия на эту грязь. Господи, ужас какой. Ладно, давай все это быстрее доубираем. Давай, залезай, братан. Ты везде тут все уберешь. Берем другой инструмент. Как инструмент менять? Точно, правую кнопку мыши. Так, это все выкидываем. Так, кухню в целом я прибрал. Так, давайте откроем, закроем. Че тут? О, могу холодильник, что-нибудь из холодильника стащить. Кстати, дверь за собой не закрыл. Вот это свинья. Так, очистка. Давай тут все чистить. Чистить и коврик почистить. А нормально вообще шваброй коврик чистить, не? Давай, чисти, чисти. Так, убираем, берем руки. Шо? Так, это надо... Нет, это оставь на месте. Вот это подними. И поставь, все, теперь красивенько. И это давай тоже переставим по фэншуй, чтобы все было вот сюда. Красотища! Тут что?
Тут еще какие-то бутылки. Стол нужно передвинуть и поставить, чтобы он красиво стоял, но для начала нужно вот это убрать. Ты развиваешься, включи планшет, чтобы распределить свои новые очки умений. Тут даже есть прокачка! Нифига себе, что за игра. Так, быстрые ручки, уборка быстрее, на миникарте видны некоторые загрязнения. Ага, хорошая швабра. Супер-пупер-мега-швабра 2018, выбрасывай мусор в пределах. Давайте будем убирать все быстрее, да. Так, теперь это я могу... О, я могу это крутить. Окей, поставим это сюда. Это выкинем. Это поднимем. Это поставим вот сюда. Теперь это поднимем. Это поставим вот сюда. Это тоже поднимем. Поставим вот сюда. Теперь в целом все красиво. Это что такое? Можешь купить и установить здесь батарею. Окей, мне нужно купить батарею. Так, не-не-не-не, мне нужен магазин, вот. А где у нас батареи? Установки, наверное, в электронике? Бойлер, холодильник, газовая плита. Я могу тут есть поиск. О, тут есть поиск. Так, дом. Мне нужна батарея. Вот, батарея. 44 бакса. Давайте купим батарею и установим ее вот сюда. О, я должен ее и сам устанавливать? Нифига себе. Чё за приколы? Вау, это гениально! Вот это я понимаю, настоящий крутой симулятор. Я после этого смогу сам дом построить. Я, если честно, не догадался бы, как установить батарею без этого. С этого момента можешь завершить не полностью выполненный заказ. Нет, 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 тут еще где-то грязно. О, фу! Господи, он обосрал ей кровать! Нет, он обосрал ей кровать! Я не буду туда смотреть, но мне надо это убрать, ладно. На кой черт ты обосрал ей кровать, маньяк? О, нифига, я теперь быстро убираюсь. Так, тут все чистенько, с батареей вроде все окей. А как? Я хотел узнать, а как она узнала, что он тут все разгромил, а потом вспомнил, что у нее тут какие-то сверхкрутые технологии. Так. Ну а и тут все засрал. Он просто ходил, что ли, и обсирал все. Давайте и тут все вычищать. Вот и полотенце тебе почищу, да? Просто в швабре нормально, только что ей пол чистил, а теперь полотенце твои чищу. Надеюсь, ты будешь счастлива. Так, почти все убрал. А где я еще не убрал-то? Так. Тут вроде все чисто. А, нет, вот тут грязно. Так, тут почистили все. Где еще грязно? Так, присядь. Давай, тут почисти. У меня все равно не на 100% выполнено все. Так, убери швабру, давай искать загрязнение. А, вот тут еще погром. Давайте поднимем. А где это стояло вообще? Прям тут стояло, что-то как-то неудобно. Давайте переставим куда-нибудь вот сюда. Пусть вот тут стоит. Вот так, нормально. Грязи тут нет никакой. Вроде грязи нет. Так, где у нас грязь? Ревизора ищет грязь. Где грязь? Не вижу никакой грязи. Так, на заднем дворе у нее все окей. Заходим обратно. Че, где грязь пропустил? А! О! Фу, на диван засрал! Да что за маньяк? Все, все задания выполнены. Готово, завершаем заказ. Нифига себе, получил 700 бачей. Почти 800 бачей получил. Вау! Я хорош! Да откуда тут мусор? Да. Господи, кто приходит посрать мне в дом? Так, открой. Открой, закрой, все, починил. Нет, не починил, какой ужас. Давайте все почистим, могу себе дверь почистить. Как дверь поменять? У меня срач в доме, везде срач. Так, давайте тут все почистим. А тут даже не чистится, ой, ужас какой. Я не хочу находиться в этом доме, давайте свалим. Следующий заказ. Так, порядок в гараже, батарея. О, вот, тут значок сада. Теперь мы наконец будем садовниками. Я только ради этого дополнения и качал эту игру. У меня дома приватный стоматологический объект. Я могу справиться с дырками в зубах, но с дырками в земле и кустами не очень. Засыпьте, пожалуйста, каким-нибудь гравием и чем-нибудь другим все сорняки и газон перед домом. И посадите там что-нибудь, чтобы было красиво. Ева, жабка. Я принимаю твой заказ, Ева, и я все сделаю по высшему классу. Посадка растений разблокирована. С этого момента ландшафтный дизайн стал доступен. Растения можно найти в закладке «Сад в магазине». Окей, я понял. Я разблокировал садовый шланг. С помощью садового шланга ты можешь поливать цветы, наполнять водоемы и смывать грязь с наружной стороны дома. Красота! Так, а где сад? Ой, как тут много всего, я не был готов к такому. Так, я даже в ее дом зайти не могу, а где дыры? Так, удалить кусты. О, да, мне нужно удалять кусты, уже хорошо. А где тут вообще прокачка? Так, давай. Это что такое? Это я могу поднимать. Нет, мне нужно удалить все кусты некрасивые. Так, удаляем кусты. Я уже 70% убрал, 80% убрал. Почти все сорняки убрал. Вот еще тут сорняки. Так, сорняки все убрал. У меня новый уровень? Да, все, круто, новый уровень. Посадка... А, тут еще и новые навыки. У садовника другие навыки. Высокую траву видно на миникарте. Давайте вот это прокачаем, чтобы было удобно. Так, сорняки. Я вас всех
Уберу и убью. А, тут на каждой клумбе по отдельности сорняки считаются. А где тут еще сорняки? Не вижу сорняки, где вы? А, вот он еще один сорняк. Рассып покрытия гравий двухцветный. Ой-ой-ой, как все сложно и необычно. Так, кустарник хвойный. Темная зелень. Какой мы посадим? Давайте вот этот. Нужно один сюда посадить, чтобы красиво было. Посажу где-нибудь вот тут. Ого! Теперь я должен выкопать все это. Давай, выкапывай, братан, выкапывай. Вот это я понимаю, крутые симуляторы. Вот ради этого я на YouTube приходил. Что, блин, копать еще? Да? О, яма выкопана достаточно. Это просто потрясающе. Вставь растение, присыпь землей. Так, присыпаем землей. А, это просто гениально! Оно посажено, осталось только полить. Поливаем. Готово! Замечательно, растение посажено. Что тут еще? Рассып покрытия гравий двухцветный. Я тут буду поливать все. У-у-у, красота! Так, гравий. Где мне взять гравий? Продажа предметов. Нет, я ничего не хочу продавать. Где мне взять гравий? Гравий. Там двухцветный был? Так, какой мне гравий нравится? Хочу вот этот вот, купить несколько. Чё-то некрасиво ж будет, нифига. Ладно, давайте рассыпать, это как бы ее дело. Она хочет гравий, буду ей стелить гравий. Так, давайте расстилать гравий, аккуратненько, красивенько. Но это ж вообще мразотно выглядит, ну чё такое-то? У тебя кусты прямо из гравия растут, тебе вообще нормально, нет? Так, давайте рассыпать, и тут рассыпем тебе гравий. Все, в гравии у тебя будет, ты вообще крутая будешь. Так, все, 95%. Где еще гравий не рассыпан? Везде тебе рассыплю гравий. Я не вижу, где еще 2% гравия. О, все, готово. И что, ей вот это нравится? Давайте тогда и тут уже досыпем все. Вот так красиво. Так, здесь мы все выполнили. Еще 3 клумбы. О, нет. А, тут что? Убери сорняки. Сначала все сорняки нужно убрать. Где опять сорняки? Так, убираем сорняки. Все, сорняки убрали. Давайте теперь гравий здесь рассыпать. Хотя нет, я думаю, наверное, сначала кустарник нужно посадить. Кустарник хвойный. Давайте, кустарник. Покупаем. Этот посадим чуть подальше. Где-нибудь вот тут пусть будет. Так, сажаем опять. Выкапываем. Все, давай, давай, давай. Опа. Выкапывай. 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 Еще выкапывай. Все, готово. Давай, присыпай землей все. Красава, молодец. Да ты настоящий профессионал в этом деле. Ну, точнее, я. Я люблю себя хвалить. И теперь гравий. Да, двухцветный гравий. И поехали его тут рассыпать. Давай, опа, опа, быстренько, быстренько. Смотрите, уже гораздо быстрее процесс идет. Хопа, хопа, хопа. Я уже профессионал в этом деле. Профессионал в рассыпке гравия. Красиво все сделаем, красиво. И вот тут все рассыпем тебе, и вот тут. Ох, хозяйка рада будет. Какую я красоту здесь навел. Ох, какой я все-таки молодец. Какой я садовничек, а? Как вам? По-моему, супер. Так, где еще не рассыпал? О, все, везде гравий рассыпал. Но эту клумбу я убрал гораздо быстрее, чем прошлую. Так, тут все здания выполнены, тут все здания выполнены. Теперь тут. Где сорняки? Сорняки не все убрал. Так, сорняки, а ну давайте по одному. А, все, сорняки все убрал. Теперь опять кустарник хвойный. И тут тоже, наверное, кустарник хвойный. Давайте и тут, и там его сразу посадим. А то я как дебил постоянно все это открываю. Давай, кустарник хвойный. Давайте покупим, посадим ровно по центру. И еще один кустарник хвойный опять покупаем. Тоже ровно по центру. Теперь сажаем. Ой, опять выкапывать все это, опять все делать. Давай, раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. А куда грязь уходит вообще, мне интересно? Тут я не вижу нигде грязи. Давай, тот тоже сразу выкопаем. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три, да господи, все, класс. Теперь сажаем, присыпаем землей. Замечательно, присыпали. Теперь тут сажаем, присыпаем землей. Это я называю оптимизация процессов. И теперь поливаем. Ух ты, хорошее растение посажено. Ух ты, мой хороший, ты тоже посажен. Так, теперь нужно вот тут тоже сорняки убрать. Так, давайте уберем это все. Сорняки. Так, сорняки все убрал. Теперь... А, тут гравий одноцветный уже нужен. Ого, а тут? Тут тоже одноцветный гравий нужен. Ладненько. Давай, гравий одноцветный. Ой, какой он красивый. Давайте мелкий самый. И, да пусть самый обычный будет белый. И давайте его высыпать, как ужасно выглядит на фоне с другим гравием. Я бы тут все покрасивешнее сделал, но как бы и так пойдет. Все супер, по-моему, все просто замечательно. Хозяйка будет рада. О, тут все выполнил, теперь тут. Так, давай, давай,
Давай, все задания я тебе выполню. Ох, хозяйка рада будет, какую я красоту ей тут навожу. Хозяйка рада будет, как красиво все будет. Давай, где еще 97, 98? Все готово, все задания выполнены. Все супер. Косарь баксов заработал, даже 1,5 косаря. Все, вау, хорош. Так, собственные фотографии и картины. А ты заметил, что используя вкладку галерея на твоем планшете, можно выбирать любую картину, повесить ее на стену, как картину или плакат? Окей, у меня есть фотоаппарат. Могу поливать тут все. Могу поливать все. Напишите в комментарии, как редактировать дом. Я типа могу прямо сейчас купить дверь или, я не знаю, обои и все переделать, а то я хочу немного проапгрейдить свой дом. Он ужасный. Вот я могу здесь установить батарею. Давайте купим и установим, а че я не могу? Слишком мало места. А, нужно кровать подвинуть. Вынесем пока кровать на улицу, будешь спать на улице. Пока батарею не установлю. Так, батарея, купить сейчас, установить батарею. Теперь установим еще одну батарею. Я теперь профессионал в установке батареи, уже не первый раз как бы делаю все это добро. Все, готово, закрутили. Теперь тут устанавливаем, закручиваем, тут тоже закручиваем. И здесь выкручиваем. Все супер, у меня теперь дома есть батарея, хоть что-то хорошее. Так, возьми кровать опять, давай ее домой затащим. Или вообще продать ее. Я бы новую тебе кровать купил, братан. Тут места не особо много теперь для этой кровати. Ой-ой-ой. Батарея мешает кровать ставить. Ладно, и так пойдет. Все. Лег спать, все нормально, дверь только закрыть. Ну что ж, ребятки, вот такая вот игрушка, вот такое вот интересное дополнение. Если вы хотите, чтобы я продолжил играть в эту игрушку и в это дополнение, обязательно поставьте лайк. Давайте соберем хотя бы 1000 лайков, и я обязательно сделаю вторую серию. Ну и не забывайте подписываться на мой канал, если вы до сих пор не подписаны. Ну а с вами сегодня был Фокс Нео. Увидимся.